Всем прямо доброго времени суток. Это канал Boring Дмитрий или Скучный. Ой, скучный я. Да уж. Куда же без пятигушек. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры Palworld. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. Отдельное громадное спасибо Вячеславу, Shadow и Анониму. Они знают за что. Ссылка на донаты в описании под видео. Так, ну что, продолжаем исследовать. Да, продолжаем исследовать. Полетели. Мы куда-то полетели. Так. Теперь налево, да? Продолжаем простые движения. И яичко. А яичков у нас уже много. Так, блин, у нас этот... Вот эти вот штуки, по-моему, накопились. 4 штуки. Какая-то Палла Белануар Либер. Блин, попробовать схлестнуться, что ли, с этим. С этим. С Джедрагоном еще одним. Зараза. Сыкотно. Откровенно-то говоря. Снаряды-то есть. Да не, ладно, не хочу. С ним уже воевали. Вы знаете, как я могу бомбить по этому поводу, так что ну его нафиг. Пирин Нокт. Не надо. Так. Блейз Хаул. Поймался? Отлично. Все. Блейз Хаул Нокт. 10 из 10. Замечательно. Ух ты. Какое озеро прикольное. Нет, ты мне больше не нужен. Угу. Так, что у нас тут? Да ничего у нас тут нет, по факту. Тут мы были. Так. Давайте по стеночке полетим. Вот яйца пособираем. Благо теперь перелеты стали куда более комфортабельными и быстрыми. Благодаря джетрагончику-то. Джетрагончик. Опа. Телепорт. Да, тут телепорт, смотрите-ка. Прикольно, даже не открытый. Как, это любопытно. Так. Бам. Так, я переполнен, да? Слушайте, у нас он не открытый, давайте его возьмем. И телепортнем сейчас спокойно и сбагрим все. Лишнее. Красиво. Тут, конечно, слов нет. Слов нет, одни эмоции. Эх. Яиц целая куча. А взять не получится. Потому что места нету здесь. Па-бам. Опа. Астегон. Да, так это я и нашел. Секундочку. Хе-хе, круто. Интересно, а он насколько хорош. Ну, я как бы их уже вырастил. Но. Ну что? Так. Так, признавайтесь, кто у нас опять застрявший где-то там. Так, Блейз на месте. Блин, вроде все в порядке. Ну ладно. Астегон, это хорошо, это хорошо. Так, давайте мы сразу яйца мы тут запихаем. Впихнем, так сказать, не впихуемое.
Skills. Teams. 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 Надо было из больших начать. С другой стороны. И так все поместились. Так. Пошли к заодно вот эти заберем. Нам нужно много мазарин, хотя бы потому. Хотя бы потому. Так, секундочку. Высокая цена, ага. Хотя бы потому, что ту мазаринку, которая останется, ее надо будет. Ее надо будет. Так, а чуть-чуть не скинул. Ее надо будет прокачать на максимум. Кстати, даже очки не осталось нифига. Да-да-да. Так, давайте сразу еще... О! Да! Какие-нибудь твари. Ну что ж, тогда поздороваемся с ребятами. Забывать, что у меня теперь есть гранатомет. И этот гранатомет очень эффективно гранатометит. Не, не. И колечко снимать. В конце концов. Какого хрена я такой добрый? Все, я никого не трогаю. Хороший такой, понимаешь. В смысле тяжело. Здрасте, приехали. Хотя убегают. Правильно делают. Я бы от такой бабы тоже убежал с гранатометом. Хотя, хз, может наоборот бы. Пошел бы вперед с цветами. Как бы. Мадам. Девушка с гранатометом. Вы пленили мое сердце. Так, так, так. Так, 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 так. Так. Так, секундочку. Бам. Бам-бам-бам-бам-бам. Ну, сейчас я только Ванаверма прокачаю. Потом надо будет еще кого-нибудь. Китсун уже прокачан. Ну, блин. Другой нужен Китсун, да? Его надо искать. Так, кого-то надо сложить. Это сюда, это сюда. А, так. О, даже ракет. Ха, в ноль сработал. Угу. Пало Беланоар Либеру. Какой только фигни тут нет. Ну, Мазаринка. Мастеровитый. Так, тут кто? Вниз. Давайте добудем. Мазаринка. Старательный, бойкий, выдаст. Мастеровитый, старательный. Лидер. Ну нет. Нет, ну мастеровитый, старательный, это уже хорошо на самом деле.
Стирайте старательно. Ну, отлично. Бойкий старательный. Бойкий тщеславный. Ну, стирайте иначе. Ну вот прям вообще. Ну-ка давайте глянем. Так, секундочку, это забрать. Угу. Жратвы до хрена. Так, на продажу. Это. Что еще? Патроны сюда, гранаты сюда, вам. Табличку. Ага, это обычный Пала Белануар Либеро. А почему я это не могу сделать? А почему? Стерянь, нет? 1051, 1013, 50, даже 51 штука. А, ну да, логично, 50 и одна в этом заряжена. Логично. Так. Починить. Попумыть. А почему нет отремонтировать все? Блин. Так, что еще? Что я забыл? А, ну да, посмотрите. Так, кого мы там надыбали? Так, Массанда. Значит, какая масса? А, мастеровитая. А, ну тогда. Вообще, надо потихоньку будет вывести всех мастеровитых, старательных. Так, у нас сейчас кто на размножении? Мастеровитый, старательный, любитель загара. Мастеровитый, старательный. Любитель загара — это сокращение урона. А, вот, бойки. Скорость перемещения, скорость работы, сокращение водного урона. Неплохо. Так, но это нет. Лидер леса заготовок. Мастеровитый, старательный. Тщеславный — это какой-то минус, да. Это лесом. И вот еще один. Мастеровитый, начальник рудника, старательный, водостойкий. Сбор... Ну, это сбор игрока, это с собой. Ну ладно, пока норм. Давайте пока так оставим. Сколько у меня, кстати, тут уже? А, нормально, еще половина есть. Ладно, пока не буду ничего делать. Так. 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 Ты серьезно? Ты прям вот так вот выкладываешь их? Охренеть, у него скорость работы. А чё так часто? Забавно. Так. Здесь что? Эти-ка. Штук 400 закажем. Так, и по... Ох, ниху. Сколько? 1700. Ух, понятно. Можно пока прерваться ненадолго. Запчастей до хренища. Это прекрасно, это великолепно. Это замечательно. Изо всяких но и если. Так, вам. Так. Так. А, тут тоже будет есть. Так давайте мы их тогда опять все наверх утащим. Угу. Ну и, наверное, пошли дальше исследовать. Ну, точнее, к дракону сейчас пойдем. Ну да. Так, где тут свободные-то были? Вон.
Отлично. Прям дофига сделал этих инкубаторов. Прям вообще как тут уже все повылуплялись. Ну, а в следующий раз сейчас пока не горит. Все, пойдемте дальше изучать. Хорошо? Так. Так, давайте еще сюда сгоним. Тяжко. Я понял, блин, в чем моя ошибка. Моя ошибка в том, что я, кажется, застроил производство угля здесь. Поэтому сейчас надо сделать следующее. Вот эту площадку. По-моему, где-то еще уголь должен был появляться, а его сейчас нет. Из-за того, что эту площадку здесь сделал. Угу. Странно, мне казалось. Ну ладно, пофиг. Или я путаю. Тоже вариант. Так, что забираем? Здесь заказываем еще. Что-то 400. Уша делает. Лишним точно не будет. Так, отсюда забираем, да? Это и вот это. Блин, помидорки бы еще забрать. Так, секундочку, да. Помидорков бы еще прихватить отсюда. Полетели. Эй, уходим. Так. Да, ну подвинь карту. Еще раз. Ай, жук обгоняет. Обошел на корпус. Зараза. А можешь что-нибудь помидорное сделать? Омлетто. А почему бы и нет, кстати? Ну нет. Сколько всего? 300. Ну, давайте 100 штук и сделаем. Как же это раздражает, а? Так, помидорки. Помидор. Эй, что такое? Чего? Вот так. Усё, усё. Всё, пошли дальше гулять. Точнее, пошли к нашему дракону. Ну, не к нашему. Сейчас будет нашим. Так, а у нас вот этот какой? Спринтер-властелин земли.
Нам нужно мастеровитого старательного себе в помощь, чтобы его и призывать постоянно. Да, так что надо будет его, надо будет тоже его выводить. Так, нам вот туда, правильно? Как думаете, он в пещере? Вот просто... Или нет? Или да? Да, вот он здесь. Ну, раз шахта есть, значит, в шахте кто-то сидит. Так, ну что, прошлый наш местный враг оказался, в общем-то, плюшкой на фоне G-Dragon'а. Кем это так кажется, я хз. Может быть, чем-то опасно. А может и нет. О, яйца валяются. Это мое яйцо, дайте мне его. О, нифига себе, он даже в гнезде. Что-то я тут не обращал раньше. Астегон. Что ж, попробуем. Здрасте. Ну, он определенно покрепче. Или нет? Ловил? Убить меня хочешь? Ай! Ай! Караул! Атакуйте, засранца! Вот почему, когда он оглушен... В смысле? Подождите. Твою мать. Я же сказал, отмена вроде атаки. Какая нахрен победа над... О, еще один полубилонуар. Да вашу ж мать, ребята, блин, вы чего? О, ну... Иди сюда. 100 лет тебя не гладил. Ну, победить надо было. Ну, в смысле, поймать, а не это. А не вот это вот все. Блин. Ладно, тогда в следующей серии надо будет призвать эту полу... Как ее там? Билонуар Либера. Надо будет призвать. Найду, ну, где-нибудь. Хотя, слушайте. А что, давайте на той базе ее призовем. Действительно. А что я туплю? Да, а что бы и нет. Что-то я так сейчас подумал. А что ее не призвать там? В уголочке где-нибудь поставить, чтобы она сильно ничего не сломала. Там меня народу хватает сильного в целом. Пшеничная мука. Действительно. А давайте на ту... Точнее, сейчас надо посмотреть, что там. Да, на своей второй базе ее призову. На первой не буду, а то опять еще поломаете, еще к чертой матери, ну его нафиг. А на второй там есть место, куда ее, в общем-то, вызвать можно. О! Вкусняшки. Омлетом. Я, знаете что? Пока... Берем. Так, 700. Сколько она весит? 25 фигур. В принципе, немного. Давайте-ка сейчас все сгрузим. Действительно, вызовем ее. Что спрашивается, тянуть кота за это самое.
Зато за шоката тянуть вообще не нужно, правильно? Правильно. Так, это сюда, сюда. Это сюда, сюда. Сюда. Так, и яйцо наверх. Яйца. Обычное яйцо 2. Так. Надеюсь, для ее вызова не требуется какой-то особенный, ну совсем особенная постройка. А, как раз. Так. Ну, отлично. Так, теперь. Чтобы нам ее вызвать, нужен вот это. Нужно. Во. Так, а, и к. А, так там это все есть. Ой, отлично. Все, пошли туда. Ну что? Готов получать тумаков человек? На всякий случай. Не то чтобы я совсем не верю. Ну так вот. А то мало ли. А, нам еще вот эту штуку надо построить там. Да-да-да, между прочим. Так, вот эту штуку вот. А, этот, ну вообще все отлично. Все, полетели. Туда. Сейчас будем призывать Белануар Либеру. Либеру. Так, где мы ее будем призывать? Призывать мы ее будем где-нибудь вот в этом углу. По крайней мере, есть шанс, что она ничего тут не разнесет, да? Угу. Так. Сейчас это отнесем. Чтоб не мешалось. Так. Нам нужно поставить, во-первых... Во-первых, оповеститель. Сигнальный колокол, да. Куда-нибудь вот сюда его запихнуть. Да. Почему оборона? Текущий режим работа. Так, и... Нет, текущий режим обороны, кстати говоря. Да. Ну, а теперь будем строить эту штуку. Чтоб я не мешался особо. Я думаю, вот в этот угол будет нормально эту хрень запихнуть. Ну, так как она все равно разваливается. Уф. Очень смешно. Так. Ну чё, давайте. Фух. А то подожди. Сейчас. Если бы на базе, это разрушено. Ого. Эй, блин, ты чё настрел-то? Ты выйди из этой стрельбы! Офигеть, да отпусти меня! Ты скотина, а? Офигеть, она всех разорвала. Офигеть, ничего себе. Куда ты? Стой, дурак! Ай, да что ж такое, а? Охренеть. Это мы столько урона внесли? А у меня еще не перезаряжено, ну конечно! Да быстрее, блин, ну!
вообще пофигу, да? Эй, что такое? Эй, воу, блин. Где она? Я ее даже не вижу, блин. Пусть. Ты хорош на меня набрал. Да, блин, да какого хрена? Давай, шевели батонами. Да шевели ты батонами, блин. Охренеть, она телепортируется еще, что ли? Никуда. Куда мой снаряд улетел? Ну, перезаряжай, ну. А че с моим балбесом? Давай еще пособирай мне с... это же драгон умер. И че, давай, стоим, да? Бежим. Нет, все, уходим. А че? Я ничего сейчас не сделал, ни хрена себе у него урончик. Она делает. Тупо базу разрушает. Че, эй? Че, сломался, что ли? Не залезь, пожалуйста. Да. И как с этим драться? Все. Все разносит там. Ну да, она тупо ломает базу. Скотина. Пипец, ты смотри какая. Да, конечно, я не перезаряжен. Сволочь. Она просто ломает базу. Господи, тебе что надо? Иди от... Ну да, конечно, он меня сбросил. Чувак, иди отсюда. Ну что, я полетел отсюда. Ну а что делать? Только улетать куда подальше. Не хочу смотреть, как она мне базу ломает. Вот это босс. А как с ней драться-то, я не понимаю. Она же всех сдула мгновенно практически. Что-то зелененько. Пошли заберем. Так. Ну так навскидку... Если прям отдельно где-то поставить базу. Отдельно поставить базу. Допустим. Зафиксировать там какое-то количество ребят на этих, как они называют, на пушках. Ну, на этих, на ракетницах, да? То есть это надо нескольких... как это правильно-то? То есть это надо... О, учитель. А, я не туда уже полетел. Вот зелененькая. О. Yeah. То есть поставить несколько пушек. О, энциклопедия полф... А, ну да, правильно. А, то есть это следующее даже. А я думал, это отсюда. Угу. Да, это мощно. То есть, грубо говоря, делаем базу. Ставим энное количество пушек на
каких-то. Ставим энное количество пушек с ракетницами. Там, например, 4 этих... как их называют? Ну, кто у нас там работой занимается руками? Ну, допустим... Допустим, кого? Допустим, анубисов. 4 пушки. Джетрагонов 50-х. Целую кучу. Ну да. Только так, если... Че, все, разнесла она мне базу. Не знаю, ты на месте еще. А чем перегружен-то? А! Да. Такого я, честно скажу, вообще не ожидал, что она настолько жесткая окажется. Катресса. Давайте поймаем. Наперст начнем с того, что она не глушится. Вообще. То есть она не оглушается, в принципе. Это, мягко говоря, неожиданная новость. Что еще? Еще для ее поимки определенно нужна какая-то ровная площадь. Что-то вот типа как здесь. Угу. Прям очень ровная площадь. Площадка, причем где-то рядом с телепортом, кстати говоря. То есть нужна ровная площадь рядом с телепортом, да? Поблизости. Ну, прям совсем ровная площадка. Либо вот это, рядом с пемкингом, да, вот тут вот. По-моему, здесь ровно. В принципе, да, вот здесь можно. То есть площадка. Допустим, 4 точки с ракетницами с разных сторон. И целая куча этих драконов, видимо. Ну, видимо, да, джетрагонов. Они самые крепкие. 50. То есть 16, допустим. Пусть они хреначат. Ну да, как-то так. Ну и я там на сдачу бегающий. Ну, пошли грустить. Чё она там натворила, дрянь поганая. Ну, с другой стороны. Чё ж дрянь-то? Сам вызвал. Как там? Сам испёк, сам и кушай. Ну да. Я ж не помру сейчас, надеюсь. Будет забавно. На всякий случай не буду на базу телепорта. Хотя... Чувак, знаешь, с кем я только что сражался? Иди гуляй. Вот серьезно, ты даже не представляешь, с кем я только что сражался. Уйди. Тайм-аут. Ну да. Ну, пошли смотреть на результаты. Просто все разнесла. Вообще все разнесла. Капец, ну ты тварь. Четвертую. Ну, он вообще, кстати, вы видели, да, был их. Она его просто бум, он первый там помер, что называется, мгновенно. Уф-уф-уф-уф-уф. Все снесла тварина. Просто все. Сука, всю базу, блин. А может из железа ее? Ой, а вот это вообще печально сейчас будет, да? Слушайте-ка, а может реально, раз такая оказия произошла, может из железа базу забабахать? Ну, кстати, нет худа без добра, действительно, давайте. Набор для строительства металл.
Мины как вариант поставить, да? Морозная граната. Черт его знает. Набор бочка зачем? Набор мебели для украшения. Интересное украшение интерьера. Так, что еще? Тут есть железные ворота, металлическая защитная стена. Но это все фигня полная, да? Угу. Так, и у нас получается теперь есть... Ага. В смысле, недостаточно материалов. Алло, я ж только что металл подбирал. Не понял. Как это? Как это так? Да. Хорошо, что я на основной базе не вызвал. Ёлки-палки, а? Это был бы вообще эпик фейл. Ребята, чтобы вы понимали, мы в полной жопе. Интересно, что она саму базу не сносит, да? О, кстати, вот это я забыл. Так, ягоды пока сюда. Сегодня, конечно, влезу. Хреново, если они влезут, да? Тут делать некуда. Ладно, будем жрать потихоньку. Сколько не весит? Много. Они весят. Сюда можно их положить? Да твою мать. Так. Да, джетрагончик-то надо тоже на сохранение выложить. Так. Где у нас жили? А, сюда вот. Пошли. Ладно, тогда раз будильник прозвенел. В общем-то, эпик фейл случился. Ну, в общем-то, да, как я же сказал, в следующий раз надо будет построить тогда базу специально для нее. Ну, как в следующий раз, когда я наберу опять этих табличек, а, в общем-то, они достаточно шустро собираются, будем честны. Надо будет построить прям базу специально для нее. Прям вот. Прям самым специальным образом именно для нее. Для этой беки. Выставить для нее базу, соответственно. И от этого отталкиваться. То есть с ракетами и так далее. Потому что, ну, иначе пока что прям это вообще все очень печально. Пока что это выглядит как, ну чё, ну, просёр лютый. То есть она нас просто уничтожила. Да что ж так много всего, а? Камень 100. Блин, кошмар. Замучусь я тут, конечно, ходить туда-сюда. Ну ладно. В общем, на этой весьма грустной ноте. Ну, с другой стороны, ладно, чё. А знаете, что самое бесючее? То, что вызов пала, это, конечно, круто. Слов нет. Но мне такого пала не дадут. Потому что что? Правильно. Когда я такую выращу, она будет няшечкой. Помните эту Белнуар, которую мы вырастили? Кто она? Плюшечка. Няшечка-плюшечка, блин. Очень миленькая. Которая, блин, слабачка, которая джетрагон уделывает на раз-два. Вот тот босс, блин. Просто берет и уделывает. Ну, забавно, правда? Как это удивительно. В легкую причем уделывает. Не напрягаясь, не пихаясь, не толкаясь. Блин. Да твою мать, что обязательно было падать. В общем, как я уже сказал на этой немного грустной ноте, всем огромное спасибо за просмотр.
Напоминаю, что ссылка на плейлист, на Discord и на донаты, все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу, девочки, чмокаю щечку. Увидимся в следующей серии Palworld. Да, уж периодически дающий просраться Forever. Как-то так.